открываюсь я. Более меня видите. Так, ребятки, главный момент, ты сказал, что я вас сам отправлял. Я выхватываю эти кочетки. Значит, мы сейчас что делаем? Мы сейчас до станции Корфовская едем, на станции Корфовская останавливаемся, да? Да. И все, договорились? Да. Давай. Чуть-чуть осталось. Ну как, чуть-чуть, чуть-чуть, не чуть-чуть, но осталось, нормально осталось. Это у нас только 8-я точка, следующая будет 6-я точка. Расстояние до следующего светофора, ой-ой-ой, сколько у нас там, 500 метров, да? Правильно? Ага. Да. То есть договорились, у вас есть мой телефон, да? Да. Я... Нету? Нет. Я тебе скину. Вот, пускай либо мама позвонит, либо вы записываете. Позвоните, я вам скажу, короче, да? А на них у вас 100 пудов, по-моему, сделает. Зелёный гриль. Я всё понял. Я, по-моему, маме твой телефон дал, нет? Ага. Записывай. Свисти. Гудок. Свисти. Свисти. Это переезд, конечно. Давай. Гуди, я. 914. Давай. 425. 1991. Водители, привет. Точку придет, да? Сколько? До нее сколько? Полтора километра? 10. Всего 10. Как правило, на участке 12. Так как мы основную проходящую просчитали уже, да? Мы с тобой еще сколько нам с тобой преодолеть? Смотри. Для шестую проезжаем. Следующая после шестой какая? Четвертая. Мы с тобой четным по направлению. Четным направлением. То есть вот так, направление движения во Владивосток, четные поезда идут, на Москву нечетные. Это мы с вами и говорим. А сейчас мы с тобой едем во Владивосток. Четные поезда. И все дальше. Следующие будет. 4, потом 2.